Блогер и журналист Атар Кушанашвили сообщил, что актриса Марго Овсяникова платит Филиппу Киркорову 5 миллионов рублей за сопровождение ее на мировых мероприятиях. Эту информацию шоумен раскрыл в своей программе «Каково». «Бедросович, я вас знаю, как облупленного». В случае с Бедросовичем, «как облупленного» звучит двусмысленно. Он берет 5 миллионов рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, стала той, что с Киркоровым, поделился Кушанашвили. Ранее продюсер Николай Картозия рассказывал о возможности купить поддержку авторитетных личностей. В одной из публикаций Кушанашвили Картозия утверждает, что пиар от человека, как Киркоров, стоит около 5 миллионов рублей. В начале мая также сообщалось, что Овсяникова, протеже Киркорова, готовится к операции у Тимура Хайдарова. По словам бывшей участницы «Дома-2», она обратилась к этому хирургу по рекомендации наставника, и первичный осмотр прошел прямо в доме певца.